день празднования Казанской иконы Божьей Матери в память избавления Москвы от польских захватчиков в 1612 году в Казанском кафедральном соборе Северной столицы праздничную божественную литургию совершил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофий. Подробнее в сюжете «С берегов Невы». Еще накануне икону Божьей Матери Казанской, святыню главного одноименного собора Санкт-Петербурга, вынесли в центр для народного поклонения. Икона Божьей Матери Казанской – один из самых почитаемых на Руси образов Богородицы. Неоднократно с момента своего чудесного обретения в Казани образ снова и снова доказывал, что не зря носит народное название «Икона Спасительница». Так было и в ночь на 22 октября по старому стилю, 4 ноября по новому. Тогда в 1612 году, в эпоху смутного времени, плененному архиепископу Арсению Илосонскому явился преподобный Сергий Радонежский и сказал: «Арсений, наши молитвы услышаны, за утро Москва будет в руках осаждающих, и Россия спасена». Так и случилось. На оккупированную поляками Москву двинулось ополчение, собранное Мининым и Пожарским, и несли они с собой список с Казанской иконы Божьей Матери, полагаясь на заступничество Небесной Покровительницы. Их молитвы были услышаны, и Москва была освобождена. В архипастырском слове о непрестанном заступничестве за нас, Богородицы, говорил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофий. Как говорит нам предание, Матерь Божия меньше бывает на небе, а больше бывает на земле. Она постоянно присутствует там, где ее призывают в молитвах. А сколько у нас селений, городов, сел, поселков, где живут православные верующие люди, и которые каждый день в утренних и вечерних молитвах обращаются к Матери Божией. И Матерь Божия внимает и слышит миллионы этих голосов. Несмотря на то, что икона, находящаяся в Казанском соборе Санкт-Петербурга, является списком с первообраза, чудеса перед ней по молитвам Богородицы совершались и продолжают совершаться. И каждый приходящий к ней с верой и словами молитвы «Ты, еси всесильная христиан, помощница и заступница», не остается без утешения.